Сегодня в Ереване состоялась без преувеличения историческая встреча. В Армению прибыл министр иностранных дел Турции. Анкара заявляла, что Ахмет Даватоглу приехал с предложениями по нормализации отношений с Ереваном. Однако, по данным местных СМИ, президент Армении отказался обсуждать этот вопрос в предложенном Турции контексте урегулирования карабахской проблемы. Да и рядовые граждане турецкого министра встречали не самым радушным образом. Подробнее о визите в репортаже нашего корреспондента Артура Хачатряна. Визита Ахмеда Давутоглу в Армении ждали, не сказать, чтобы с воодушевлением, но точно с любопытством. Дело в том, что приезд турецкого высокопоставленного чиновника в Армению само по себе событие уникальное. За всю независимую историю Армении турецкие официальные лица посещали соседнее государство всего лишь несколько раз. В 2008 году президент Турции Абдулла Гюль принял приглашение своего армянского коллеги посмотреть футбольный матч сборных двух стран. Собственно, поэтому первый опыт общения на госуровне получил название «футбольная дипломатия». Футбольная дипломатия благополучно провалилась. Ратификация принятых ранее протоколов об установлении дипотношений и развитии двусторонних связей заморожена в парламентах двух стран. Камнем преткновения стал вопрос урегулирования карабахского конфликта. Таким образом, Давутоглу приехал в страну, с которой у Турции нет никаких отношений вообще. Граница между соседними государствами закрыта. Встречали министра в Армении, мягко говоря, негостеприимно. Участники акции протеста с выкриками «Тебя тут не ждут» вынудили главу турецкого внешнеполитического ведомства пробраться в гостиницу через задний вход. Но это обстоятельство едва ли испортило настроение Давутоглу. На встречу министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества он пришел явно в хорошем расположении духа. Однако с журналистами предпочел не общаться. А вот его армянский коллега армяно-турецкие отношения прокомментировал. Армяно-турецкие отношения должны быть урегулированы без предварительных условий. Попытки турецкой стороны увязать урегулирование отношений с другими вопросами или выдвигать новые требования безрезультатны и бессмысленны. Уже позже Налбандян и Давутоглу провели встречу. О чем говорили министры, осталось за кадром. Перед визитом Давутоглу в Армению турецкие СМИ распространили информацию. Якобы главный дипломат этой страны собирается предложить Еревану открыть границы, а взамен потребует отдать контроль над двумя приграничными с Нагорным Карабахом районами Азербайджану. Но либо турецкий министр по дороге передумал, либо местные СМИ слукавили. Заявления от Давутоглу в Ереване так и не дождались. Артур Хачатрян, Арман Караджан, Армения, RTVI.